Эй, Флейс. Ты задержан или просто глупый? Послушай, я лесной болван, только убежавший лес. Управляемый лес, убеги, поспеши. Получи велосипеды, давайте получим его, давай, выглядь эффективным. Мы собираемся получить тебя. Беги, беги, которым управляют. Здорово, пельмени, на связи Флэйс. В коем-то веке сетевая игра уже давненько не была. Мало того, еще и классическая карта сельхозрайон, которой уже тоже долго не было. Я посмотрел, последний бой был 2 месяца назад, и это просто непростительно. Поэтому надо исправляться. И вот, пожалуйста, сельхозрайон. Значит, вроде бы как команды сбалансированные. Я играю за немцев. Составы все нации присутствуют. А нет, не все. 2 совета у них и 1 американец. Ну что ж, значит, повоюю. Итак, наконец-то мне в коем-то веке интересное направление выпадает. Давайте возьму сразу же пулеметчика. Сначала надо, значит, здесь мне разобраться. Хорошо бы атаковать это направление, но я уж больно пассивный игрок. Не люблю я атаковать. Я лучше уж посижу в глухой обороне, помогу центру потом. Но для начала, конечно, нужно здесь разобраться. Так, мужики, вы бы бежали там, например. А то долго будете идти пешком. Так, брустер можно сюда запихнуть. Давайте, давайте, жмитесь. Так, ага, что-то нехорошо. Отмечаются здесь кое-какие проблемки. Так, у того рейнджера надо убивать. Но, к сожалению, я не могу убить. Клево. Так, ну надо, наверное, подтягивать сюда пулемет, потому что без пулемета тяжеловато. Меня в итоге здесь, ну классно. Яростно решили проатаковать. Надо бы гренадера одного сохранить, иначе ничего не произойдет хорошего. Блин, не убил я одного рейнджера, очень обидно. Побольше надо рейнджеров, ой, не рейнджеров, а гренадеров. Да, бодренькое начало, я потерял 2, но я там потерял 1 стрелка. Поэтому, ладно, не так страшно, отлично, еще минус рейнджер. Но, похоже, он мне выбора не оставляет, надо атаковать. А, так, я гренадеров вообще не потерял, но это же здорово. Это же здорово. Чё-то у меня управление ненормальное. Задержка как будто присутствует какая-то. Так, еще больше гренадеров приехало. Надо бы еще какое-нибудь противотанковое средство взять или пушечку, например. К примеру. Так, ну ладно, у моих все получается, только я здесь занимаюсь какой-то фигней. Я этих гренадеров поставлю сюда. Ну сейчас, наверное, танк какой-то приедет, что-то прям... Чувствуется, мне будет танк. Хорошо, я не против совета, а то появился бы точно Т-60, а я этого не хотел бы. Так, минус автоматчик, что тоже, в принципе, неплохо. У меня здесь целая орава гренадеров, но боюсь я танк. Очень сильно боюсь я его. Вроде бы ничего. В крайнем случае у нас там что-то появилось. О, сарайчик, прекрасно. Я пушку все-таки бы взял. Чисто, чтобы... поувереннее себя чувствовать. Давайте проползу одним гренадером, погляжу, там что, никто не поджался ли случайно. Эти гренадеры у меня отстреливаются. Я бы здесь еще поставил парочку брустеров. Да, может, к центру стянуться. И здесь бы чего-нибудь такого, например. Так, ты можешь чуть-чуть подальше, на твое место я поставлю еще одного автоматчика. Все, начинаю закреплять свои позиции. Атаковать я все же не хочу. А с другой стороны, мои бойцы, ой, союзники, держат центр. Почему бы не атаковать с другой стороны? Ну, конечно, вот эти вот
Америкосы своими полуавтоматическими надоели. Прям мутузят нервы очень серьезными. И как бы сейчас снайпер, кстати, не взяли. Снайпер-то и пушку мою спалит. Тихо. Вижу. Так, там пулеметчик, по всей видимости, бьет меня. Ну, лечимся. У меня сейчас задача такая. Больше... О, меня СПТ-РСки убивает. А где? А, понял, где. Здесь. Это даже не по мне стреляли, а по сараю. А чё ж они так подставили-то его? Брустера все-таки поставлю. Так, а здрасте. А кто ж убил-то его? Неужели здесь кто-то есть? Я что-то просморкал этот момент. Надо бы уточнить, потому что не хотелось бы крысу иметь под боком. Давайте, наверное, бронебойщика сюда возьму. Что-то меня нервирует левое направление. Я не верю в то, что противник был таким активным в начале и все, перестал активничать. А вот остальная команда вражеская показывает довольно сомнительные результаты. Хагошку наши взорвали. А, стоп, это у нас же хаго. Это наши слили хаго. Печально. Убитая хаго — это горе в команде. Так, я, наверное, пока что уведу пулеметчика. Пушка. Давай-ка, наверное, чуть-чуть назад. Еще брустер сюда. О-о-о. Ко мне, что ли, едет? Или он сарай тут добивает? Не хотелось бы, чтобы ко мне приехала 34-я. Тогда мне точно нечего против нее выставить. Как-то странно у меня здесь автоматчик сдох. Кто? Кто его мог убить? А главное, кто его вообще обнаружил? Пока что вопрос открытый. И вряд ли ответ я получу. Но проползти вроде бы никто не мог. Это совсем бред, мне кажется. Партизан, смотрите, они как-то смещаются. Влево. Надо... повнимательнее быть. Пока сюда. Пару брустеров я бы еще здесь поставил. Для профилактики. Ну все, короче, я максимально забился здесь. У меня уже пехоты горы. Теперь можно спокойненько... Да что ж такое, почему ж мои-то умирают? Из-за этого сарая, который умереть спокойно не может. Нехорошо, конечно. Ну ладно, мы держим преимущество, это хорошо. Давайте немножко здесь я побегаю. Например, кину на голову партизанам противотанковую гранату и взорву брустер. Ну ладно, брустер взорван, они теперь в открытом поле. Интересные юниты, Су-85 и Т-34-57. Но я прям хочу чисто для эстетики поставить еще один брустер сюда, чтобы быть уверенным. Так, хотелось бы мне, конечно, штуга взять, но я столько пехоты понабрал, что танк будет не скоро следующий. Не следующий, а первый. С. Что бы это значило? Возможно, он одну С не написал, там что-то улетело, по-моему, влево. И он имел в виду СС. Но у них пошел натиск на центр. Это очевидно. О! Прекрасный ответ, прекрасный. Знай наших. Так, ладно, давайте этих гренадеров я, наверное, кину на центр. Хотя там танк стоит, блин. Помощь-то пока что особо это и не нужна. Буду сейчас только подыхать под танками, не-не. Как пехоты там много, посмотрите, та же команда. Везде, везде точки. Подзапарились, конечно, все здесь. Так, ай-яй-яй, дымовая шашка не туда. Лови. Готов. Так, гранат нет. Опытный танкист. Командир отделения. О, у этого парня должны быть гранаты. Раз. Так, фуражка.
Эх, фуражку в итоге я не одел. Ну нет, плохая идея под ППШ выбегать. Ну что ж здесь у нас? Так, штук. Штуга хочу. Партизаны. Но у них тоже пехота немало, хочется сказать. Хотя брать штук, когда у них Су-85, так-то в теории она может пробить штук. Так, ну нет, неужели... Да неужели я урона не нанес? Какая-то была попытка пробежать ко мне. Но смещаются потихонечку. Сковородки надо бы взять. Так, ладно, штук, наверное, пошел в дело. Это можно долго угадывать, какой танк мне пригодился бы. Снова жмется. На центр бы шел гулять, я уж не знаю. Брустер ломает мои. Ну ладно, пусть он погибает. Так, нет, наверное, стреляй, потому что у тебя там пулемет есть. А, нет, услышали мой штук. Но с такой дистанции я его не пробью. Однако отстойно. Ну ладно, хотя бы отогнал. Может быть, это что-то даст нашей команде. А еще лаги есть. Так, неудачно. Че ему не имется? Так, вот почему я хотел ему приказать, чтобы он не заряжал фугасные снаряды. Так, гренадеры, стрелки. Так, этот пулеметчик мешает, сильно-сильно мешает. Наглый американец. Наглый до боли. Погнали его немножко пугать. С другой стороны, опасно, у него могут быть безоткаты. Но мне надо избавиться от пулемета. Избавился. Это было быстро. Я бы еще брустеры сломал. О, да что ж такое? Это что за ослепительный штук? Так, ну да, атакует, похоже. А, он здесь застраивается. О-о-о. Против гастарбайтера играем. Взять бы что-нибудь типа смерча бы и разрушить все эти брустверы. Нивелировать всю его работу. Так, Су-85, у него есть какой-то план. Возможно, они хотят меня развести. И да, я по дереву это... А, нет, это что-то другое вообще, 105 шерм. Так. Амбрабены. Ё-моё, сарай мешает теперь. Раньше мне мешало, теперь еще все еще мешает. Взорвись тоже наконец-то. Хера себе там летают. Е-мое. Нервная ситуация. Повсюду танки. Блин, круто было бы забрать 105-го, знаете ли. Куда я попал? Ну вот, пожалуйста. Вот приехали. Хорошо то, что штука-то... Танк, который хер убьешь. Ну и в итоге по рылу получаю я.
Это означает, что вполне возможно атаковать они будут меня. Ну, не то чтобы вполне возможно. Хорошо, кстати, что я пулеметчика убрал. Да я, наверное, вот еще возьму одного пулеметчика. Успеть бы починиться, но я вряд ли успею починиться. Да что ты будешь делать с вами, с танкистами? Да, атакуют. Все меня хотят проатаковать. Блин, проигрывают и атакуют меня. Я никогда, наверное, этого не пойму. Тем более, что у меня здесь пулемет жив. Куда вообще бегут? Какую удачу хотят попытать? Так, а вот базуку я с удовольствием возьму. Спасибо. За базукин. О, надо бы еще здесь пополнить брустверы. Пустоваты. Так, ну если бы чинили вдвоем, уже бы дочинили бы. По мне лупит Шерман. Хорошо, что эффект не сильно большой, не сильно впечатляющий. А ящик не ломается, когда он летит? Да ему опять там что-то в воздух отправили. Башня 34-очки. Хорошо летает. У тебя ремка улетела. Ну тебе норм, да? Ты чинишь. Так, мужики. Все, садись и убирайся отсюда. Так, раскидываю, раскидываю, все норм. Крепыш штук. Я вот за это и люблю. Наверное, я не пробью Шермана. Стоит он под наклоном. Но я поеду и убью его просто. Эх, блин, вот сейчас его легче, кстати, пробить. Зря он откатывается. Ну что ж мне мешает-то там? Эх, треклятая моя алчность. Ну куда ж она меня завела? В какую жопу? Ладно, если убью Шермана, оно хотя бы будет того стоить, но все. Это смерть. Ладно, пулемет спасай. В принципе, стационарный пулемет на пульте управления здесь может мне помочь. Тем более, действительно, разгоняю вражескую пехоту. Так, ты живи. Так, вон бежит бронебойщик. Нашел где-то ремку. Так. Ну нет, это точно уже смерть. Там уже подъехала 34-очка. Как больно, как мне больно. А ты кто? Стрелок спас штук. Так, мой танкист залез в горящий танк. Да, да, я этому научился. Вы сами знаете чего. Так, еще сюда и сушка приехала. Ну, клево, клево. 34-очка-то, смотрите, как классно поймал. Ну, что ж он не добивает-то? Да, ну понятно, что он не добивает. Зачем добивать 34-ка, когда можно добить... Амбробены. Я готов к этому дерьму. Не гранату, идиот. Возьми автомат в руки. Автомат. Прекрасно. Давайте растворим браунинг на всякий. Конечно, хорошо бы поднять, но я вряд ли бы убежал. Хотя сейчас я убежал, ладно, короче. Эх, так, беда, беда.
Так, ну я могу тигра ветерана взять. Следующий залп, наверное, сюда будет. Ну, чистят они меня здесь. Я здесь просто мальчик для битья. Наверное, уже нет смысла в элитной пехоте. Да я как будто ее брал. Вон, вон, готовится рейнджер. Давайте, не знаю, уж. Ну, 222 умрет под Калиопой. Да и луч умрет. Ну, танк нужен, наверное. Остановись. Каждому брустверу по пехотинцу. Так, по тебе, наверное, сейчас лупить будут. Убегай. Тебе боезапас, кстати, закончился. Так, там есть грузовик, давайте. Союзники добрые, союзники. Дают патроны на халяву. Ну, прикидывая, не хочется мне брать тигра-ветерана, потому что вполне возможно два совета. Однозначно будет Б4. Тигр умрет. Но с другой стороны, штурм тигра тоже брать не особо хочется. Ну да. Ничего не меняется. Третий залп по мне. Хорошо то, что я... брал пулеметчик. Только вопрос, где он? А, я же отправил его на заготовки, понял. Штука Цуфус уже непонятно куда лупит. Тоже в одну точку. Так, ну, давайте, наверное, брать тигра-ветерана. БМ-8 появилась. Так, ну уже не будет одной Б-4. Ну ладно, ну, короче, я все равно возьму тигра-ветерана. Что-то хорошее у меня предчувствие по поводу тигра-ветерана. Мне кажется, он зайдет. Как минимум подбить Шермана. Уже хорошо. А что, ничего больше не остается. Так, не стреляй. Ну давай без этого, ну пожалуйста. Ну тигр-то уже убью. Ну куда ж он исчез? Ну блин, игра. Подушите мою жопу! Какая чушь, слушайте. Ну просто бредятина. Ну сколько раз я его мог убить? Что-то хорошее у меня предчувствие по поводу тигра-ветерана. Мне кажется, он зайдет. Хорошее у меня предчувствие по поводу тигра. Ой. А потом меня еще спрашивают, за что я ненавижу туман войны. Да он работает неадекватно. Понял. Так, ну я его на центр подгоню, его надо использовать. Так, ну я вроде на трак поставил, да, все прекрасно. Можно убивать. Если, конечно, он еще появится. До конца надо убивать, там что-то едет. Возможно... возможно, суперперш... а, нет, суперпершинга не будет, это же 105-й. Я просто паника уже из-за этих суперпершингов, настолько часто их берут все. Не уеду, пока не убью его. Вы же понимаете. Вроде пробиваю. На, Калёп. На кусок. Куда?
Куда там ремка улетела? Опять залез. А, ну, кстати, Шерман сгорел. Сойдет. Ты что творишь-то, а? Спасай, тигр мой! Прячется за ним. Во. Молодцом. Я не понимаю, у них там сколько арты этой? Ну все, все, это уже не обязательно. Можешь уезжать отсюда. А, ну так. Я не успел чиниться. Ну и хрень, ну и хрень, а. Ё-моё. Да, задержка есть. Но фишка в том, что мы выигрываем. Они все пытаются уничтожить тигра. Тигр-то уже не выживет. А, еще и трофейку задели. Вот это плохо. У меня, кстати, Як-Пантера есть. С другой стороны. Это что там у них? ИСУ 152. Ну, сейчас просто держать центр, я не знаю. Ну, они, конечно, пользуются тем, что они всю артиллерию здесь расчистили. Ну, можно зачищать, в принципе, нормально. Т-60 приехал, господи. А, флаг они сбили. Ну, я к пантеру нет смысла брать королевского тигра. Я не знаю. Танкист из меня здесь оказался никудышный. Я разве что подбил Шермана 105-го. Так, Мардер. Вот, отличное решение проблемы. Еще одна трофейка. Но он зря свою трофейку подставил. Просто когда он подбил вражеский танк, он мог смело уезжать отсюда. Ну ладно, я не буду сейчас читать нотации. Ситуация была крайне неубедительная. С одной стороны, он спас тигра, но с другой стороны, радист, сами понимаете, это... Никак не контрится, когда ты уже просерил все. Он стоит, наяривает. Теперь по брустверам. Ну, не очень такая приятная обстановка. Меня еще спокойно могут зарашить, но танк нужен. Снова нужен танк. Так, все-таки решают меня атаковать. Давайте бранденбуржцев здесь возьму. По обычным юнитам пока не знаю. Не уверен я. Так, ты беги, пополняйся снова. О, взяли снайпера. Ну, у меня тут одно спецочко осталось. Окей. Как долго я ждал этого снайпера. Ну, ладно. Ладно. Ну, видите, что происходит. Игра, конечно, отпадная. Пулеметчик. Сколько там этих Калиоп, понять не могу. А, не уедет. Ой-ой-ой-ой-ой, не вовремя. А, так, тихо-тихо, Фауст. Блинский, как же все плохо, как же все неудобно. Миной что-то стреляют здесь. Пики, Блицкий.
Что мне брать? Давайте хоть пуму возьму. Просморкал я этот момент. Ох, сейчас пехота вся моя, просто вся моя страдает. Меня безоткатные могут убить. Все, наконец-то, М3 готово. Так, тут снайпер есть. Сейчас, возможно, зал будет по мне. Хагойщик, кстати, приехал, за что спасибо. Так, давай-ка пулемет поднимем. Слушайте, Хагота как вовремя приехал. Да возьми ты пулемет! Возьми! Ну как не гореть с этой херни? Мне уже на позицию просто встать надо. Окей, нормально, нормально, нормально. Центр взяли, я отбился. И все окей. Так, давайте огнеметчика на центр подтащу, может как-то помогу. Так, снайпер, снайпер, давайте вычислять, убивать. Вычислил. Так, ну он заметил, наверное, моего снайпера. Странно, он как-то сейчас двигался. Спасибо, игра. Т-60 приехал. По душу мою. По мою душу. Давайте Остена возьму. Уж как-то пофиг. Та-та-та-та-та-та-та. Что-то я не знаю. Я клавиши нажимаю, но они не нажимаются. Убить снайпера надо. Все. Не побеспокоит. Так, возьму еще дешевой пехоты. Боюсь я только одного, что я сейчас юнитов понабрал не совсем тех. Просто Пума, Оствинд. Блядь, че? Ну, чтобы это ни было, он должен сейчас умереть. Рейнджеры. Очень много рейнджеров, между прочим. Так, ладно. Еще бы позже мне сказали про это. Понять не могу, я не попадаю или что? Господи, ну что за безобразие-то? Я просто как-то ожидаю, что мои танки хоть немножко попадают. Ну и бредятины. А, мне трофейку дали. Зачем? Вот зачем это делать? Зачем, когда происходит мясо, отдавать юнит? Понятное дело, что я не заметил этого. Я плюс еще и записываю. Тут надо на эту делать скидку. Теперь хоть могу спокойно от брустеров избавиться. Кстати, я могу его и проатаковать. Ой, сушку подбили. С штукой. Я на штуку здесь не жалуюсь, потому что я настолько мощно по харе получаю от реактивной артиллерии, что... Они тоже вполне заслуженно получают от той же реактивки. Да, надо атаковать. Ну, поехали на механизированный. Не знаю, доеду, нет. Я как-то все юниты уже просрал. Но мы так и так вроде бы сейчас побеждаем. Так, а огнеметчик-то... Ай, нет, плохая идея. Очень плохая идея. Танк едет ко мне.
Ну, танками нас не удивишь. Так, где там Шрек? Он же должен же здесь быть. Это Фауст. Серьезно, у них нету Шрека? Ё-моё. Это же не десант. Я перепутал. У десанта за спецочки есть панцир Шрек. А, это гренадеры. И снова атака. Ну и, к слову, мы особо-то и не продвигаемся. Так, не хотелось бы, чтобы там брустеры поставили. Морпехи США. Ну, до конца, до конца. Есть. Томпсона меня убил как-то. Я убил своего. Слабеет наш центр. А, это КВ. Поехали, значит. Попытаю счастье. Я маякану, может быть, он тоже не заметил, что я передал ему танк. Да, он, похоже, не заметил. Вот передавайте юниты после этого. Опять там летают парни. Калиопа! Так, а эта хероина может снять рога, интересно? Так, ну я уже должен пробить ее, по идее. Ну все, я обезрожил ее. Погнали атаковать. Сейчас воздадим за все. Меня все еще не пробивают бронебойщики. Какое счастье. Nope. Его радик. Смотри, как бежит. Парень-то боевитый. Все, катись. В потусторонний мир. Весь экипаж Калиопы. Ну все, вырулили. Ну, конечно, странная у них была игра, но с другой стороны, хоть повеселили, хоть бодрячком, хоть я не... О, не добежал я до грузовика. Хоть я не сидел, носу не ковырялся. Ну, ковырялся немножко, ну а потом... Потом, как меня в очередной раз атакуют, как взбодрюсь я, так и нормально, бодрячком. Нормально, активный, активный такой бой. И это мой первый бой за бог знает сколько времени. За 2 недели. Что значит бог знает? Я знаю. Так, ну, центр мы не держим, но зато я захватил левый фланг. Это нам тут дает свое же преимущество. Так, слушай, давай я высажу, наверное, элиту. Все-таки 2 гренадера с СТГ нужны нам. Ну и как бы сейчас успели мы. Так, все, ты пополнился. Давай сюда, возвращайся. Фолькштрум, все на свете. Т-т-т-т-т-т-т-т-т. Ну, примерно так и заканчивает любой, который бездумно атакует кого-то. В итоге остается без юнитов. И потом уже атакует его. Конечно, огромную работу здесь проделала штука Цуфус. Сложно с этим спорить, но и Калиоп тоже дала о себе знать. Она по факту уничтожила мой тигр, потому что именно она поставила меня на трак, выбила башню, а потом же радист закончил свою работу до конца. Странный бой, хочется мне сказать. Я прям сейчас начинаю остывать, анализировать, что произошло, и оказывается, что произошло много всего. Так, что-то там едет. Грузовик. Ну, это, естественно, не то. Грузовик им здесь не поможет. Снайпера изначально так и не убили. Так мне подсказали, у меня есть снайпер. Давайте угробим. Точнее, возьмем себе один.
Так, можно покататься на броневике, потому что я высадил элиту, поэтому не так жалко потерять теперь. Ну, вижу, что бегут безоткатники. Ну и что? Ну и что? А, не успели мы, что ли, очков-то поднакопить? О-о-о! Блин, 100, 101, ну что за счет? Они бы центр сбили наш, и тогда у нас будет больше флагов. Тогда мы будем копить очки. Ну все, по идее, сейчас должны копить. Да, снайпер у них там бушует. 34-ка приехала. Ну и мы побеждаем. Интересненько, интересненько. Ну, типа, мне хочется сказать то, что противник зря атаковал конкретно меня, но я думаю, что спорить здесь никто не будет. Слишком... Не слишком. Ну, было какое-то лишнее давление. Просто мы большую часть времени держали центр за так. Они ничего не делали, они меня долбили. Потом, когда я уже понял, что долбят именно меня, я просто уже начал брать дешевую пехоту, поэтому они долбили дешевую пехоту, мы ничего вообще не теряли, поэтому... Я здесь получал по роже, я, в принципе, хорошо себя чувствую, потому что я очень часто в сетевых играх получаю по роже. В итоге смогли. И я смог выжить в этой долбежке, и союзники в это время отлично смогли реализовать вот эту вот полученную возможность из-за соперника, потому что соперник явно занимался немножко не тем. Ну, в общем-то, теперь ваша позиция по данному бою. Интересненько, что вы думаете об этом, как и обычно. Ну, а на связи был ФЛС. Желаю вам также... Нет, не так же. Желаю вам не получать по роже, а спокойно играть. Ну, такова моя ноша. Я просто привык уже к этому. Конец связи.